народные песни сменяют зажигательные народные танцы. На сцене переплетение ярких образов, эмоций и национального колорита. Среди зрителей как солдаты, так и местные жители. Лидия Минина пришла на концерт в компании внуков. Пропустить такое событие не могла, признается женщина. Потомственная семья военнослужащих, муж офицер, сын офицер. Конечно, мы пришли поддержать, естественно. На хорошее мероприятие. И детей, начиная вот с такого возраста, я считаю, что уже нужно приучать вот к таким мероприятиям и побольше таких мероприятий. Военный ансамбль дает более 100 концертов в год. Сейчас у артистов особенно плотный график. Проводим патриотическую акцию в честь памяти наших воинов, которые выполняли задачи по защите нашего Отечества в годы Великой Отечественной войны. И те ребята, которые сегодня жертвуют своей жизнью и здоровьем, выполняя задачи по защите русского мира нашей России. Следующий концерт коллектива состоится уже в Белгородской области. Станислав Костиков, Роман Федорков. События дня.